Патриотическая эстафета пройдет по городам в даты их освобождения. Каждому муниципалитету будет передаваться знамя. В это время в районах пройдет ряд военно-патриотических мероприятий. Стартует эстафета 20 декабря в Туапсе. В ходе этой акции будут отмечаться, во-первых, положительные дела, которые будут сделаны. Построятся ли новые мемориалы, отремонтируются или приведут в порядок могилы, там памятные, то, что мы делаем обычно в месячник оборонно-массовой работы, ко Дню Победы, ко Дню Освобождения Напы. Вот в таком примерно объеме будет проходить эта акция. Соответственно, там будет предусмотрена одна из основных наших задач, еще забота о старшем поколении. Поэтому там, конечно, будет и обращено внимание, сколько людей пролечилось, сколько людей оздоровилось, пожилого возраста в этом отношении сделали. Ну и, соответственно, все, что мы проводим. В Анапе акция стартует 21 сентября 2018 года. Флаг, который возглавит эстафету, пробудет в нашем городе несколько дней. В это время на курорте пройдут массовые мероприятия патриотической направленности. Уроки мужества, концерты и митинги. В патриотической акции примут участие все поколения. Завершится она 9 октября будущего года в Темрюкском районе. Именно он стал последней точкой при освобождении Кубани. Организаторы планируют привлечь внимание к акции и жителей Крымского полуострова.